Сначала новую. Да. Сначала новую. Останется время, значит, споем то один раз. А с песней, которая с фонограммой, ты готова? Сегодня нет. Пошли. Очень аккуратно, очень прямо, не знаю, ну куда еще аккуратнее, а? Пошли. Давай, очень аккуратненько. Вкусненько. And it's a thing, and all the thing, but it's just one of them. Первый раз, по-моему, ходит. Ну что, мне включать, что ли? Там идет ход этот. Ну что, я могу включить? Что ж ты будешь делать, а? Вот мы на это на все тратим время. Надо вас заставлять, чтобы канта вообще снимать. Чтобы у вас была мелодия, чтобы вы все это... Ну и что? Где? Ну вот где? Поем. Коротенькое вступление. Trouble, and so your breath was on me. Everybody needs a best friend. I'm happy, I'm alone. Так, спасибо. Ну что сначала-то делать? Так, а все, там вообще ноты не те, там все не то. Там просто не то. Там 33 ноты вместо нужных трех. Спой. Куда? А, я думала, вторую. Спой еще разок со словами, без Александра Ильича. Отдыхайте, Александра Ильича. Ну, она не та. Тоже, ну, толкай, ну, акцентируй. Ну, вот ты понимаешь. Ну, вот ты как только акцентировала, все, значит, она встала на место. Все, какой... Ну, нет опоры, она ползет. Ну нет, она ползет. Поем. Три без Александровича. My boat's lazy, but sad and hazy, but this is one thing I'm sure of. Еще разок. Здесь даже не надо никакого там академизма добавить. Да зачем она нужна-то? My boat's lazy. My boat's lazy. What? My sad hazy. But this is one thing I'm sure of. Everybody needs a best friend. Everybody needs a best friend. My sad hazy, but this is one thing I'm sure of. А что ты снимаешь? Ты зачем снимаешь звук-то? Ты наоборот должна его спеть. Пошли еще разочек. И вот этот ход. Почему он такой съемный? Там нотка-то какая? А, это что? Ля бемоль? Соль? Соль? Вообще соль? Почему она такая вот-вот никакая? But this is one thing... No, no, no. But this is one thing I'm sure of. Она как будто оторвана. От общества. От коллектива оторвалась. Она одна.
Я не знаю, ну применяй глиссанды, применяй, если происходят какие-то вот такие вот вещи, вдруг она у тебя какая-то одинокая оказалась. Прилепляй ее приемами музыкальными, пошли. Еще сама. Снимаешь звук. Тебе надо наоборот поддавить. Тебе надо надавить на нее, а ты ее снимаешь. Спой мне этот только ход. Вот этот скачок. Спой только со словами я вот этот ход. Ищу. Ищи. Yeah. Какие там слова? I'm sure. Вот спой. I'm sure. Спой. I'm sure. Зачем на I? Зачем мы сидим на I? Вот и получай. Нет, ты сняла звук. I'm sure. I'm sure. I вот столько. Sure. I'm sure. Все равно сняла звук. I'm sure. Что это? Уж здесь-то, в первой октаве-то. Что там делать-то? Я не знаю. Мы на чем сидим-то вообще? Я поняла бы, где-то там что-то сказать сложно. Спой еще раз. Но она снятая нота. Она какая-то вот такая какая-то. Давай. Пошли. Там тембрально даже как-то что-то пропадает. Она какая-то половинно-головная какая-то, непонятно вообще какая-то. Она не опорная. Она почему-то не опорная. Она какая-то не такая. Она какая-то полуопорная. Я вообще не понимаю, какая она. Я даже не могу определить. Какой-то замешанный какой-то микс непонятный в примарной зоне. Это твоя примарная зона. Удобная. А она у тебя какая-то вся никакая. Очень плотным звуком. Пошли. But this is one thing I'm sure of. But this is one thing I'm sure of. Дай руку. That is the one thing I want. Ты почувствовал? А у тебя почему так нет? У меня живота нет. Какой живот? Нет, у них нет, они намекают, они все время намекают. У вас, Наталья Викторовна, большой живот. Нет, да, не маленький. Да, это я намекаю. Так а при чем здесь живот? Можно иметь вот такой живот и не иметь мышц. Говорит, мужчина, за багаж, говорит, расплачиваемся. Говорит, это у меня багаж-то, говорит, это у вас багаж, кондукторша. У меня, говорит, ручная кара. Ты понимаешь, что ты должна вот при этом переходе, ты должна включить диафрагму, она у тебя не включается. Тоже акцент надо сделать на этом. Она прямо никакая, она не стильная, она провальная нота эта. Вот будем полурока над нотой, над одной работой. Поехали. С Александром Валерьевичем с самого начала соберись. И поставь себе там восклицательный знак. Коротенькое вступление, все, пошли. I know the setting. Все рядышком. Просто тональность, аккорд и пошли. My boots are lazy, my sad the hazy. Что за меня? Я не могу. Пошли еще раз. Пошли. Побежали. И 3, 4, 5, 6. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. You got a double, you bring some trouble, and you're ready to be some me.
Так и будем толкаться, мы так и будем петь. Скажи, ты пела? Пела. И что? Все нормально. Вторая часть где? Вторая. Это у нас третья попытка с этой песней. Вторая. Третья где-то, да? Третья. Вторая. Третья. Вторая. Вторая. Нет, первая третья. Была в прошлый вторник. Знаешь, у Чехова есть рассказ «Размазня» называется. Он говорит, садитесь, Юлия Васильевна, посчитаемся. А то вы такая церемонная. Что-то вы прямо как-то, вам же деньги нужны. В общем, мы договорились с вами по 30 рублей. По 40. Ну-ка же по 40-то. По 30 у меня записано. У меня все записано. Так вот у меня тоже все записано. Третья попытка. А третья. А вот так. Когда первая была тогда? Первая была в прошлый, не в прошлый, так, все, а все, прошлый четверг. Все, поехали. За кого она в сентябре была первая попытка? Мы просто пробовали один раз, чуть-чуть, и потом урок, и вот сейчас третий урок. Где вторая часть? Вторая часть. Вторая часть где? Вот. Ну так а когда она будет-то? Когда мы споем? Сейчас. Поем? Поем. Я уехала выше. Suddenly,
первую часть. Еще разок оттуда же. Это место надо сделать. Понимаешь, что повторяется, там окончание другое. Мы ее композиционно, мы по структуре, в смысле, мы же ее мы еще вообще не делали ее. Там короткий вот куплет, да? Идет. Да, да, там короткий. Давайте там после этого по записи проигрыш. Да, давайте хотя бы структуру, да. Давайте сделаем. Угу. Мы так и поем ее. Мы так и поем, мы ничего не меняем, мы только просто в вашем проигрыше там немножечко делаем импровизейшн. Значит, и сейчас оттуда же и попробуем сделать как, пока есть у нас время еще чуть-чуть. У нас. Поехали. Оттуда же. С конца первой части. Ну давайте тогда этот кусочек сейчас сделаем, Вероника. Я сейчас просто иду чук-чук-чук. Играет Оксана Валерьевич. Проигрышек вот этот вот небольшой. Ты должна обязательно здесь кусочек маленький проимпровизировать обязательно. Сейчас сама мурлыч. Почему я-то мурлычу? Сама работай. Пытайся иногда прямо таких, как я не хочу вкладывать в тебя свою импровизацию. Хочу, чтобы ты... Давай. Я помогу потом. Не надо петь. Пошла уже импровизация. Да? Пробуй. Нет, сейчас... еще играй. Хорошо, извините, пошли. Не играй тему, не пой тему, не пой ее.
конечно, песня нравится, куража вся, ай-о-о, туда-сюда. Нельзя раньше времени начинать точно, будьте здоровы, женщины, это точно говорю, все, понимаешь? Ты должна допивать следующую строчку, как бы тебе не хотелось, как бы тебе вкусно не была следующая фраза, следующая ноточка. Ты должна четко, понимаешь, четко ее в нее въезжать. А ты немного сейчас там опережала место. В частности, сейчас скажу какое. Еще разочек сыграйте кусочек перед импровизацией. Перед импровизацией. Там. Пошли. Стой. Я тебе скажу, где что ты обратила внимание. Вот если вот это имеешь в виду, то что ты раньше. Тогда нет акцента. Оно выглядит, как будто ты раньше начинаешь петь. Оно это не свингование, это просто, это неправильно спето. Если это стих, то извините. Все акцентируется. Еще разок. И. Раньше начинала. Поняла, какие места? Очень нужно подумать. Все, спасибо, урок закончен. Вверху поднимать. Конечно. Но, а почему? Вы сейчас пели в оригинале. А надо поднимать, да, нам? Я не знаю. А почему ты не говоришь перед началом урока? Тональность. Мы ничего не решили. Почему мы не решили? Мы же подняли ее. Нет, мы вообще еще не решили. Ничего, не даст, тебе казалось, что мы ее подняли. Нет, но ее надо будет поднимать, потому что ты внизу там совсем, да? Ну, совсем, совсем. Что это за... А? Фа. Ну фа, фа. Куда? Куда? Фа. Это мне хорошо. Все, всем спасибо, всем пока.